Начинаем, девочки, еще один эфирчик. И сейчас мы вам покажем тоже еще ангуру премиум, ангуру на конусах, ролл бэби альпаку, еще один свитерок из Антареса покажем. Вот, девчонки, еще супер микс покажем вам. И ангурку с кашемиром еще покажем. Боже, сколько у нас есть вам всего показать. Вот, девочки, пуф ангура еще будет. Давай покажем тоже. Там, конечно, в эфире нам писала девочка, которая не удержалась и заказала Антарес. Вы абсолютно правильно сделали, у вас хороший выбор. Посмотрите, вот этот свитер тоже вязал наш директор, Наля Владимировна. Супер. Посмотрите из Антареса. Вот эту кофту видят, все, Антарес не проходит мимо никогда. Да, он классный. Потому Антарес что он очень мягкий. Попробуйте, какой он удобный. Давайте, какой классный я буду выступать. Цвет. Ух ты, он ничего красиво себе. Смотрится. Это Антарес. Это Антарес. Сейчас еще попросим Танюшку померить. Сейчас, давайте, но мы давайте тебе ангорку сначала. Девочки, давайте сейчас так, не это вот ангорку давайте вернемся посмотрим. Да. Тоже глазки разбегаются. Какие цвета? Где это 28-й, мой любимый? Он пришел. Давай 28-й. Мы его ждем. Это красивый цвет. Посмотрите, вот такие цвета. Девчонки, будут еще сейчас пополнение цветов ангор. Ух ты! Это же у нас не галерея, вы же понимаете. Ух ты. У нас мотки берут 100 раз в день. И поэтому посмотрите, что с ними. Какие они, из-за того, что они больше и больше раскрывается пух. Вот образец, его чем больше трогать, посмотрите, тем больше, да, вот распушивает. Конечно. А вот шапка тоже. Тут такой, да, шапочка, орел целый, меховый. Шапочку, боже, ее и тут... Ничего, смотрите, знаете, сколько ее в день меряют? Миллион раз. И трогают, тоже и меряют. Шапочки. Для этого эти образцы существуют. Для конечно того, чтобы люди трогали, меряли. И хотелось бы сказать, что ранее, девочки, цена была 160 гривен. Сейчас акция 112 гривен стоит ангора премиум. Это замечательная французская ангора итальянского производства. Что значит термин французская ангора? Это значит, что у нее очень длинный ворс, вот как вы видите. Вот. И, девчонки, Танечка, твой звездный час, ты уже стоишь тут, ждешь нас. Это кофточка из ангоры 70, да, Вика? Нет, это ангора премиум. Премиум, премиум, да. Да, премиум. Ну, просто цвет у нас есть в ангоре 70, похоже, желтый. Красота. Посмотрите, какая красивая кофточка, красивая работа. Пробуйте, это же она еще не постирана, девочки. Это свеженькая. Да, это же еще она не постирана ничего. То есть она будет два раза пушистее, когда пройдет ВТО. Супер вообще, девчонки, это только из-под спиц. Вот, только из-под спиц. Красота. Красивая работа. Давай, Танюшка, свои давай, ощущения. Танюшка. Как тебе? Тепло тебе, холодно? Пока стояла, мне комфортно. Девочки все говорят, тебе жарко, жарко. Очень хорошо, очень комфортно. И так прям кого-то котика внимаешь. Очень круто, приятно. Спасибо тебе большое за отзыв твой. Теперь Антарес померишь для нас, пожалуйста? Да, Танечка, пока мы не будем терять время. Давайте. Посмотрите, девочки, какой классный цвет канареечный. Как классно с коротким рукавом будет кофточка. Очень модно. Я прям вижу. Модная такая будет, крутая. Супер. Девочки, что и еще? Что мы хотели? Мы хотели... Можно, Юлечка, я можно. Еще все можно, Юлечка. Конечно. Весь мой гардероб. Значит, девочки, это Royal Baby Alpaca. Так. Это не я вязала, а другой мастер вязала мне. Девочка, смотри, пакочки. Смотрите, какой он ух классный, ты теплый. Слушай, мягко, да, очень. Ну, вот такие я захотела брюки. Ну, широкие тебе, да? Хорошо. Ирочка, красотка, конечно. Это хороший костюмчик, девочки, рекомендую вам. Смотрите, да, очень колени красиво не вытягивается, попа не вытягивается, носится очень хорошо, тепло. Вы будете такая, ну, везде, для курортов, для чего угодно, пожалуйста, выбирайте. Смотрите, немного хорошо покупают у нас, немного осталось на конусах, но она есть, это здесь немного. Но зато какой шикарный выбор есть в мотках. Посмотрите, какие цвета. В мотках у вас эти классные, я люблю вот эти цвета базовые, очень красиво они смотрятся, бежевые. Еще хочу вам порекомендовать новый наш артикул. Давай, порекомендуй, пожалуйста. Пачка красавица с шелком. Посмотрите. Это уже любимая какая пряжа красивая стала. Она успела уже полюбиться людям. Вот такие цвета с пайеточками. Есть у нас одна клиентка, она совершенно связала свитерочек и взяла, купила из-за этих пайеток черную альпаку. Сделала просто полосочки. Как красиво эти. Они здесь редкие, их мало. Под пушек альпачий этот столбик. Как красиво. Это у него обычная просто шерсть гладкая была. И вот эти вот полосы альпаки с пайетками, ну, вообще невероятно. Супер просто, супер.
очень красиво. Рика, это такой костюм вы можете связать. Сейчас еще договорю, из чего вы можете. Смотрите, Фиорда, тут супер цена. 97,40, 100% альпака. Опять же, вот мои любимые цвета. Вот такой костюм. Что касается колкости, ну вот лично для меня бы было бы некомфортно, допустим, шапка или там снуд из альпаки, скажем так. А костюм, вот мне даже приятно, мне даже тепло, вот это вот ощущение, оно не абсолютно, оно какое-то, оно натуральное, но вы знаете, что это лечебное, мы об этом говорили много раз, какой у альпаки эффект, это все натуральное, и кроме положительных каких-то эмоций да. ничего и не вызывает. Также попробуйте супермикс, тоже хорошая... Очень состав тоже для костюмов. Здесь 30 альпаки, 70 мериносов. Он меньше курит. Вот тоже рекомендую вот такие изделия, какие-то там брючки себе связать. Ирочка, у тебя спрашивают, сколько ушло пряжи? Вот тут ушло у меня кило 200. И сколько сложений? Вот два сложения, кило 200. А тут даже кило 200. Кило 200 я купила. Еще у меня дома было чуть-чуть. Ну, может, даже кило 300. Но, опять же, я же тут себе штаны какие захотела. Длинненькие, конечно. Смотрите, вот они же... Я же не такая. Это просто они объемные. Это конечно. Мне так нужно было по модели. Поэтому если возьмите чуть меньше, то, я думаю, около килограмма. Ну что, продемонстрируем Антарес. Так. Очень красиво. Кстати, не колется вообще. Антарес абсолютно не колется. Очень приятно. И боятся покупатели, что он не выдержит стирку. У нас есть покупатели, которые в Антаресе ходят несколько лет. Такая моделька может. 8 отковок. Что это? Ну, такой оверсайз. 8 моточков по 15 гривен. Танечка тебе пишет, Танечка, хорошая девочка, на днях вымучила ее в магазине, все мне показала, все дала перещупать, спасибо тебе. Пожалуйста, приходите. Вот пишет, я вам по-хорошему завидую, работать в таком магазине мечта, спасибо. Супер, сколько пряжи, в каком вы городе? Сейчас мы находимся в городе Киеве, здесь у нас самый большой бутик пряжи в Европе, и это еще не весь магазин, я вам сейчас показываю, это только один зал. Вот, еще у нас два зала есть. И, Ирочка, может хотели быть... Хотели поговорить о нашей оценочной пряже. Я вам рекомендую, пока у нас есть такая возможность, по 38 гривен приобрести себе пряжу с артикулом вело. Здесь хорошая смесовка. 48 меринос, 22% альпака и 30% полиакрил. Она очень комфортная для ручного вязания, потому что она в шнурочке. Посмотрите, какая. Здесь вот такие цвета, знаете, пастельные. Выглядит классно. Выглядит она очень классно. Не яркие, не кричащие, красивые. Вот смотрите, какие капучино, коричневые, какая охра красивая. Вот такой розово-бежевый. Ирочка, перед тем, как мы начнем вело, нас уже закидали девчонки вопросами. Пожалуйста. По предыдущим темам. Адрес девчонки. Михайловская, 18. От Майдана Незалежності вы идете вверх, как к Михайловскому собору. Идете к Михайловскому собору. По правой стороне держитесь с правой стороны. Приватбанк. Ваш ориентир. Два шага и наш магазин от Приватбанка. Антарес. Вы должны идти к Михайловскому собору. Быть на Михайловской площади. Ну, девочки, ну мы уже так, не найти нас специально, мы специально в центре, не на Поздняках, не на Троещине. Все для вас. Ну, это стоит отметить, потому что ну, мало сейчас кто может себе позволить содержать на такой площади с таким количеством выбора, столько человек, персонала. Ну, я не знаю, по-моему, вообще, а сейчас, по-моему, еще сложнее. Но мы это делаем для вас, поэтому уж найдете нас. Мы в центре. Заберите в Гугле мы есть тоже. Адрес, извините, Антарес долговечный или на пару сезонов? Ну, смотрите, у нас есть одна клиентка, она его связала себе на работу, она вот третий год в нем приходит. Но мы же не будем всю жизнь носить что-то одно, правильно? Но несколько сезонов вы проносите при условии того, что вы будете его стирать деликатно, руками, в деликатном средстве. Я уверена, он вам прослужит. В Россию отсылаете? Да, девчонки, отсылаем. Мы высылаем, кстати, по всему миру. Вот, если у вас есть какие-то вопросы, пишите нам на inetmag@yarn.com.ua, мы вам все расскажем. Когда в Днепре откроется огромный бутик, девчонки? Дорогой Днепр, мы понимаем ваши претензии, но пока что мы не можем переехать в другое место. Сейчас мы находимся там и вряд ли будем переезжать. Вот. Но, пожалуйста, приходите, мы вас ждем. И я думаю, что в хорошей компании хорошо проводится время, поэтому... Да, и еще вело для чувствительной кожи подойдет? Абсолютно комфортно. Тут вообще ничего нету. И спрашивают, хочется вело, но не могу придумать, что связать. Тоже такой похожий вопрос был раньше. Ну вот я бы связала какой-то объемный свитер.
Вот он просится. Здесь толстая пряжа, здесь красивые вот эти меланжи. Можно какую-то пустить косу или аран, она, в принципе, будет читаться, несмотря на меланж здесь. И она очень быстро вяжется, петли ложатся ровно. Смотрите, девочки, ровно, хорошо ложатся. Можете даже гладью связать. Что-то бобинное. Кстати, еще классно связать шапку со снудом. Да. Давай толстый, пойдем там покажем в том зале полную цветовую гамму. Полную цветовую гамму. Хорошо, Юлечка. Вот, да. В две нити можно вязать вело? Ну, толстую, конечно, можно. Юля, можно, пока мы здесь? Ну, невозможно, конечно, можно. Невозможно, хочу, нет. Хочу, пока есть распродажа. Девочки, Джули продали все. Просто как могли. Еще что-то есть на сайте, смотрите, что-то будет у нас. Это артикул, я его обожаю. Вот лично я вам даю такую рекомендацию. Много у меня таких вещей у моей семьи из Джули и в машинном ручном вязании. Сейчас супер цена. Моточек 44 гривны. В 50 граммах 175 метров. Очень стопроцентная хорошая мериносовая шерсть. Сейчас у нас также акция. Уценились мериносы 30%, которые 125 метров. Посмотрите, просто выходят цвета, выходит артикул. Вот, кстати, черный, всегда он нужен. 67-35 моток. Продается упаковками, но смотрите, девочки, если у нас 3 упаковки или 4, то мы вам, конечно, 6 мотков продадим, без вопросов. Да. Но если одна, то 4 не продадим. Ну, такая цена супер качественная. Конечно. Сейчас пока, чтобы не прыгать. Ой, посмотрите, давайте что у нас тут. Тобиас, пока мы были там, Тобиас, не успели, девочки, показать тоже работа нашей сотрудницы. Посмотрите, вот давайте вяжется Тобиас. Положим, потому что это начальное, вот только начали, да? Смотрите, как он красиво. Ничего же, не стирано, ничего, просто вяжется сейчас. Реглан сверху, по кругу, без швов. Красота. Вы же поняли. Тобиас. Кстати, у него очень хороший расход. 133 пробуйте. Метра 50 да, грамм, кажется, да. Или 100 грамм. Да, да. Сейчас. Ой, пробуйте, зацепились, девочки, зацепились. Пробуйте. Спасибо большое. И сейчас вот мериносы показала. Еще, Юлечка, только биос и уходим. Только вот биос и все. Посмотрите тоже биос, известный артикул, альпака меринос. Вы же видели там в первом эфире, у меня есть пальто и шапка из него. Я их очень люблю, очень классно. Пойдемте. Да, пойдемте. Говорят нам про биос. О, щупала его, медбусинки. Биос крутой, девочки. Вот эти цвета уценились. 30% пробуйте. 100% натуральный состав. Такая итальянская дорогая пряжа. Итак, девчонки, вот мы как раз пришли с вами к полной цветовой гамме вело пряжи. Вот, посмотрите, здесь есть разнообразные, коричневые. Да-да-да, мы поняли, что не биос, тобиас. Вот, просто похоже название. Мы просто и про биос уже поговорили. Смотрите, пожалуйста, вот поговорили. Тут хорошо видно цвета, там у нас в пачечках может не очень. Смотрите, вот начнем с этого. Такой красная кора, холодные глубокие хаки. Вот такой вот зеленый липа, желтый, смотрите, красивый лайм, серый, вот и кэмелы расцветочки, вот такие немножко меланжированные, розово-бежевый, и вот такой холодный беж, вот эти такие серо-капучино, опять же глубокие такие коричневые, да, с какими-то зелеными, может быть, вот розово-бежевый, красивый, вот голубой, вот какой красивый синий, вообще посмотрите, суперский. Какой классный джинсы для мужского изделия, вот сейчас связать мужчине, он будет комфортный, он не колется, он мягкий, вы быстро свяжете, и такой настоящий мужской цвет, красивый, кстати, вот эти тоже, можно подарок связать. Тут достаточно унисекс цвета такие. Да? Вот. Да. Цена сейчас 38 гривен, девчонки. С минус 40% она. BBB, девчонки, к сожалению, мы не успеем показать. Вот. Ну, мы можем быстренько. Конечно, в каком вы городе, спрашивают? Мы в Киеве, девочки. Улица Михайловская, 18. Также мы есть в городе Харькове, улица Сумская, 17. В городе Днепре, улица Серова, 9. И интернет-магазин. Все там... Есть все, что у нас в наличии. yarn.com.ua. Милости просим. Все цвета вело уценились. Да, абсолютно все цвета вело. Уже очень много распродалось, поэтому если вам он интересен, бегите на сайт скорее, потому что гарантировать его наличие в ближайшую неделю-две не можем. Вот. Девочки, BBB, показываем быстренько, да, тоже. Мериносик премьер наш любимый. Всеми замечательный, мягкий. Где-то видно наклеечки, этикеточки, где-то нет. Они повернуты, да, вот смотрите. Еще, знаете, у нас образцы, они живут своей жизнью. Они пропадают, через неделю появляются. Кто-то в метро обнаруживает, что у него в руках образец, например. Кто-то дома в сумке, потом, когда может, приносит. Так что
Вот такой, смотрите, красивый вишневый фунчик. Да, все пишут, надо ехать, приезжайте, конечно. И выходные. Давай напоследок скажем пару слов о новой совсем пряже. Смотрите, только повесили, сразу продали целую упаковку. Аркабалена, это 100% мерино, толстячок, 50 грамм, 105 метров. Очень классно вяжется, на пятерке ровно вообще держит, гладь, красиво. Смотрите, вот эти вот ботик, красивые расцветочки. Не очень много, но он есть, пока есть новая пряжа. Смотрите, кто любит вот такие красивые сочетания, размытые цвета. Девчонки, аркабалена по-итальянски – это радуга, поэтому… Норку, да. Да. И сколько стоит суперсофт? 140 гривен за 50 грамм, 125 метров. В Харькове есть, в Харькове все есть. И что нам еще хотели мы показать? Эконорку я бы хотела вам показать. О, да, девочки, эконорка. Это наша относительно новая артикул, искусственная пряжа, но рекомендую попробовать, потому что очень классное сырье, очень хорошая пряжа. Антарес с люриксом, просит показать. Это, конечно, не антарес с люриксом антарес на Ирочке, на ней кедмахер с люриксом, но смотрите, эффект будет приблизительно... Да, такой же на вас будет. Смотрите, надо поискать. Были у нас... Ну, быстро же продается, девочки. Вот что сейчас очень сверху быстро лежит. Угу. Вот красивый беж. Смотрите, холодный. Мне нравится. Может, даже еще красивее, чем серый будет смотреться. Просто когда этот пришел, он первый день да пришел, сразу... Поняли, надо, да. Пришел к тебе домой, да? Эконорочка. Эконорка, вот связана на машине, посмотрите, на последней плотности. Как мы вам помните, показывали в Харькове, мы вязали руками в три нити, в две нити, руками, а вот тут это у тебя в одну, у да? У нас Ир? Руками продается с образцами. Ирочка, это в одну? Это в одну нит на машине, на последней плотности. Легко вяжется, машина поет, скользит гладко. Вот, Юля, скажите, какие ощущения? Какое, ощущения, да? Бесподобные. И, если честно, меня очень сильно радует эффект на машине, потому что эта пряжа специально предназначена и для рук, и для машины. Видите, не стрижет, ничего, ничего нету. Вот тут даже, ну вот посмотрите, вот как со изнанки. Если честно, даже крутой, больше, чем руками, нравится намного, ну, больше, чем руками. Вот у нас руками чуть-чуть мы тут начинали, но, ну опять же, можете руками, можете машиной. Давайте, да, вот сравним как раз. Ручная там чуть-чуть, да, покажи, Ирочка. Вот кусочек. И машина. У кого нет машины, то что же им делать? Руками? Нет, руками очень тоже да мне нравится. Но машина, вот, девочки, не бойтесь. У кого есть машина, попробуйте этот артикул. Машина просто, ну, быстрее, во-первых, потому что гривен, в одну нить намного более экономный расход. Он такой расход, красивый, правильно, цвета, он такой мягенький. Вот сейчас это супер за этим будущее. Вот сейчас же во всех бутиках вот эти пальто, эко-пальто, они вот красивые, как шубы. Вот они с такого искусственного меха, шапки очень сейчас модно. Это будет современно красиво смотреться. Видите, как мех ложится красиво? Он действительно ложится как эко-мех. Если его причесать все в одну сторону, он будет... Действительно, девочки, мех. Берут очень много там тоже вместо ангоры, у кого аллергия, кто не может носить, да, пушистое, да, деткам, мягкая, деткам, на фотошуты. Кстати, рекомендую. Вообще супер. Пока... Цена. Цена. 68 гривен моток. Пожалуйста. Да. Эко, норка. Вилечка. Какая у вас машинка, Ирочка? У меня простая Toyota. Toyota. Самая простая у меня Toyota. Я не... Нет, у меня такой дорогой какой-то супер. Обычная Toyota хорошая. Ну, хорошая, рекомендую, кстати, ее. Название спрашивают. Toyota. Toyota. Эконорка, я думаю, господи. Да, да, пожалуйста. Ну, я просто не могу угадать, я не знаю сама. Я думаю, и Toyota сказали, и пряжа эконорка. Да без разницы, а какая машинка машина, Toyota, девушки. Это что, какие у вас спицы, да? Это что-то да меняет? Нет, это без разницы. Вы научитесь хорошо и на Неве красиво. Как на Неве вяжут и вообще постарше женщины? Такие изделия красивые. Так. Это шапка из Кибелостана, тоже еще с Толстого. Потому там штаны была эта шапка, даже еще не стиралась при переезде, тоже ее, ну, угу, замученная, но классно. Смотрите, какой столбик, какой классный пух. Да, красота. Девочки, ну и да, вот Кибелостан, и, наверное, последнее слово мы скажем про пряжи опера и будем заканчивать, потому про что нам уже пора, пора, пора. Пора заканчивать, нас торопят. Хорошо, давайте скажем про Луну и про опера. Пожалуйста, смотрите, какая красивая пряжа. Луна и опера. Здесь в вискозном, в полиамидном шнурочке мохер и вискоза. И здесь точно так же опера. Единственное, что здесь немножечко толще эта пряжа. А Луна, она тоньше сама. Вы попробуйте по ощущениям. В Луне у нас не так много цветов. Вот это все опера. Вот это. Красота. Видите, в опере у нас в пряже опера. Да. Смотрите, какие у нас красивые цвета. В Луне уже такие, видите, тоже есть.
но другие. Но более вот эти вопера более эффектные. Смотрите, какие металлики красивые, яркие. Пожалуйста, пробуйте. Сколько на шапку скид эластана ушло? 2 мотка у меня пошло. Вот это руками я вязала в 2 нитки. Господи, 108 петель на 5. Угу. Такая классная шапка, я ее люблю. Вот эту шапку очень. Да. Так красиво раскрылся мех, вот такой связать снуд. И пряжа, которая на с эластаном, в чем ее особенность? Тут цена же вообще, девочки, за 5 мотков 133,75. 5 мотков это шапка и хороший снуд, красивый шар. Угу. Или просто кофточка, вот, да. 133,75. Просто я всем рекомендую, сделайте образец. Эластан, он дает усадку до 2 сантиметров. Или вообще не делайте образец, просто себе рассчитайте 2 сантиметра больше. Постираете и все. И потом после стирки никогда оно не сядет вам. Но зато такой будет красивый эффект. В общем, спасибо вам всем большое, девчонки, что вы смотрели. Ирочка, спасибо, что ты рассказывала. Спасибо большое девочкам, они сейчас все заняты. Вот, но им большое спасибо за изделия, Танечке за дефиле. Вот, и Нелле Владимировне тоже спасибо. Это директор нашего киевского магазина. Всем спасибо, кто смотрел. Спасибо. Вот, мы все благодарны друг другу. И, девчонки, вам спасибо самое большое за то, что вы смотрели нас. Мы все это делаем для вас, вместе с вами, чтобы хорошо вместе провести время. Мы надеемся, что мы зарядим вас на весь день хорошим таким энергетическим зарядом позитива. Вот. И если вам хочется приобрести какую-то пряжу, если вам хочется с нами просто пообщаться, поделиться, если вам просто грустно и вы хотели бы хороших эмоций, приходите к нам в магазины. Мы с вами с радостью пообщаемся, с радостью проведем с вами время. Смотрите наши эфиры. Вот. Все это есть на Ютубе. Вот. Спасибо вам за сердечки, за комплименты. Очень приятно, девочки. Мне пора уезжать обратно в Харьков. Увидимся с вами в понедельник, и через час у меня поезд. А у вас, девочки, я думаю, дети, работа, семья и друзья, и многое, что интересное. Ирочка, спасибо еще раз вам. Спасибо. Заказывайте пряжи, впереди выходные. Да. И, в общем, до новых встреч, девочки. Всем всего пока. Доброго.